возвращением МДМ Секретаря. Ну, сейчас будет лутание бачков, больше ничего. Поэтому не совсем интересно. Ну, хоть на сиськи моего персонажа посмотрите, чего уж там. Я шучу, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки, поэтому... Ну вот, о чем я говорила. Смотри, какой вид. Какой шикарный вид. Фу. Блин, ночь. Хреново. Так. Да не, не настроение, настройки. Мини-карты. Надо нормальный комплект какой-то приличный себе взять. 4, у меня 4 костюма еще. Еще 2 точно должно поместиться. Ну, да, да, я тебя поняла. Виртуальные не то. Вот были бы настоящие. Ух. Где? А, так. А погоди, был же рестарт. А если был рестарт, то... Вот здесь должно быть все открыто. Точно. Так, значит, нужна резина. Ага, а у меня воды нет. Херово. Надо воду. А тут ее тоже нету. Антисептик. Взять суп, что ли, вместо воды? Нужна резина, нужна кровь. Так, а у меня... А этот пистолетик, он не... Только запустить ракету, типа, стрелять из него не получится. Так, ну и откуда тогда начинать? С тоннеля, наверное. Блин, бумбокс не положил. Кстати, тут наконец-то все это заработало. Ставишь бумбокс, можно радио слушать, прикиньте, вообще класс. И там такое приличное количество радиостанций, прям класс. Где можно резину найти? А здесь можно или нет? Ну, одной скучно играть. Сейчас какие-нибудь детали будут. Ну, точно. Покрышка. Mm-hmm.
Так, мне кажется, что я сейчас, наверное, отключу. Посмотрим. Ко мне вроде гости собираются. Блять. Как с того времени? Что-то у вас слишком много на меня одну. Ребятки. Тихо. Всем пиздюлей хватит, обещаю. Да бей ты его, что ты делаешь? Бежи. Спокойно. Тихо, дядя. Да лежит и говорит. Холестер. Все, минус. Не очень весело так ходить, но что поделать. Ну давай еще один же там лежит рядом. Он же рядом. Я же кого-то здесь еще, по-моему, убивала или... Я пробежала, ну ладно.
Так, сейчас, наверное, каналы Веспуччи было бы правильно. Не знаю, пойду ли я в аэропорт. Может, на каналах Веспуччи пошарить в очках, что-нибудь найти полезное. Рин там дала задание, нужно добыть резину, бутылочки с кровью, что-то еще она говорила. Что-то еще не помню. Что так тяжело бежит, как будто у нее вес 100 кг, я не знаю. Помню, когда первый раз сюда зашла, все хотела людей встретить, все хотела с кем-нибудь встречаться, пообщаться. Сейчас я понимаю, что это такое счастье их не встречать просто. Потому что здесь люди 90% неадекватные. Лучше с ними не встречаться. Что это тут? Скоро Саймон. Алекс проснется ранее Саймон. Так, секунду, мэм, без меня не уходите. Это мужчина или женщина? А да пофигу вообще. Все, лежи так. Там кто-то их гасит. Вампир, похоже, слишком быстро бегает. Вы в порядке? Лечу медикаменты. А? А то кошечке плохо стало моей. А где ваша... Ой, господи, я и не заметила. Давайте я помогу. Черт. Я тогда клыками с этих зомби расплачусь. Я когда буду. Да не надо мне платить. Так, киса. Ты чего? Черт. На английском писала. Все, жить будешь. Хай, Анкл Геймер. А куда эти очкошники делись, я не поняла. Они же здесь должны быть. Эй, блядь. Я за вами пришла. Твою мать, а их нет, ладно. Так, значит, я пойду на стройку сейчас. Пацан слишком быстро бегает для обычного человека. Мне кажется, он вампир.
Было классно, кстати, когда... Ой, господи, напугал ты меня, как когда я вампиром была, но, к сожалению, недолго. К сожалению. Он, наверное, кровь ищет, мне кажется, парень. Потому что сейчас вообще очень мало крови выпадает сходячей. А типа у них варианты либо лутать, типа кровь искать, либо с людей сливать, нападать на людей. Выбор невелик. Выбор невелик. Что у меня там с патронами? Ну, есть. Неплохо. А, короче, я... Ждала-ждала, когда там все соберутся, короче. Заканалась всех ждать, а я же могла только вечером выходить, потому что, ну, типа, днем солнце, я не активна. Вот, я побежала в аэропорт. Там до меня докопался Ганнибал, короче, со своим изнасилованием, блядь. Вот, с девкой Ганнибалшей. Она тоже Ганнибал была, короче. Они меня затащили на парковку, а я незаметно, типа, они мне связали руки стяжками. Я включила кнопку на рации, короче. Ну и то, что говорила, было слышно в рацию. Я-то думала, что Саймон, он придет с людьми. Ну, то есть услышит рацию и придет вместе. Потом они заметили, что у меня рация включена. Забрали у меня рацию. Вроде бы уже отпустили. И вот я спускаюсь с парковки. Вижу, ну, там в аэропорту там очень много ходячих. Парочку резанула, смотрю, движ какой-то. Думала, они между собой что-то дерутся, там ходячие. Залетаю туда, то ли рассинхрон, то ли что, я не видела, короче. А там дрался, опять-таки, как раз-таки этот каннибал, который меня изнасиловать хотел. Вот, я давай убегать, он меня догоняет. А, да. Да, да, он меня тащил, короче, вот. Он меня тащит, и главное, Саймон тоже дурачок. Нет, чтобы тащить какое-нибудь безопасное место, он потащил меня на шоссе, где они ресаются. Тут нам админы, видя, что мы идиоты. А у меня еще, видите, правый верхний угол, там, типа, как разговаривать можно тихо, средне и громко. У меня на всю громкость это было, я даже не знала тогда, как это регулировать. Кому интересно, на буковку П английскую, на русскую Z регулируется громкость. Вот, правый верхний угол, видите? Вот, короче, я там орала, я говорю, скоро рассвет, а я без маски, нужно быстрее домой. Да, походу, рассинхрон был. Плюс, короче, у меня баганулся инвентарь, а здесь по правилам баги тоже отыгрываются. Ну, типа, мне кажется, админ просто какой-то пролетал, увидел, что за хуйня там происходит. А, мало того, что... А, мы потом еще наши рептилии еще нам вкололи это снотворное. Вот, короче, то есть два, уже два нока было. И, получается, мы должны были бы бежать. Но мы и хотели бежать, как бы, ну, блядь, когда нам ресуют этих ходячих, там было без вариков. И, получается, я думала, сейчас одного еще ударю и пойду. И тут Саймон подлетает, я его пырнула ножом случайно, короче. И... Он не успевает забинтоваться, его запинывают эти ходячие. Ну, я его... Я могла бы бросить его и убежать, но я не стала бросать. Я решила до последнего отбиваться. Короче, отбивалась как могла, но в итоге... Пиздарики. И нас вызывают в кураторскую, говорят, вы понимаете, что у вас смерть? Я говорю, да. Ну, типа, мне было обидно, конечно, потому что нам их ресали и ресали. По факту, могли бы спасти, да, но не стали. Ну, ладно, сами виноваты. Сами виноваты и... Все, нам РП кило оформили, все. И он потерял, он же был лидером фракции вот этой Life Invader. Он из-за меня, получается, потерял фракцию, потерял персонажа. У него ни один персонаж еще не умирал. И мой персонаж умер. И я вообще не хотела потом за человека играть. Типа, нафиг надо. Обидно было. Опять заново все начинать, опять вот это сюда нафиг оно нужно. Опять прикидываться, что ты, типа, не понимаешь, что происходит на этом острове и так далее. Это, ну, немножко достает, так скажем. Вот. Поэтому я не хотела. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Не знаю. Сейчас стараюсь не так безрассудно поступать, как раньше, но все-таки. Откисали, да, мы откисли на этом под мостом, короче говоря. А я когда он еще в ног упал, и когда у меня баганулся инвентарь, я думала, блин, перезайти. Ну, типа, если бы я перезашла... А, пока он не упал еще в ног, то ходячих было бы еще больше, понимаешь? Вот, и поэтому, короче, я не стала ничего этого делать. Пока вот сама тоже не легла в ног, я не перезаходила. И тут я только хотела перезайти, а нас вызвали и сказали, что нам конец. Да. Ну, мы просидели 3 дня в КД, обдумали квенту там.
Мало приятного было в той ситуации, ну, что поделать. Здесь долго не церемонится. Накосячил, подыхай. А ну и правильно, будете, как говорится, лучше беречь своих персонажей. Ну тут и бомбит, правда, вот эти всякие каннибалы, которые заебывают, блядь, со своей кровью. Ну, он как сейчас Алекс ранее, который Саймон был. Сейчас он Алекс, как он говорит, надо отлавливать каннибалов и кастрировать их. Но он пиздец какой злой был. Ну, конечно, он был злой. И, наверное, любой мужик бы на его месте был бы злой. Я это прекрасно понимаю. Я его не осуждаю ни капельки. Сама виновата. Не, ну а нахрена попёрся один? Но он мне сказал, говорит, а если бы ты услышала, типа, ты была бы на моем месте, ты бы не пошла? Я говорю, я бы тоже пошла. Ну вот и все, тогда. Ну о чем тогда говорить? Я бы тоже пошла. Да не говори, у них только одно на уме. Такое ощущение, что одни извращенцы за них играют. Они тогда меня тоже раздели. На то, что у меня короткая стрижка. Я не знаю, почему они не стали меня насиловать. Но мне кажется, у них были такие планы, но они не стали этого делать. Хотя это был Вурхис, он же не зря меня спрашивал. Это был тот Вурхис, который приходил тогда все, когда меня DOA спасли. А, вы не видели тогда. Тоже пытался он меня изнасиловать. Ой, блядь. А, это с бара. Кстати. Ага, я так лежу незаметно, пиздец просто. Пол башки наружу. Ну, у каннибалов, типа, тут по умолчанию считается, что у них интеллект, как у трехлетних детей, и, типа, даже если ты человек, а потом со временем становишься каннибалом, ты деградируешь до уровня животного либо трехлетнего ребенка. И люди для тебя по умолчанию мясо. Не, интонацию голоса там каждый сам отыгрывает, какую интонацию и так далее. Давай-давай, иди ко мне, мой хорошенький, давай-давай, прыгай на ручки. Охуенно. Я же четко в него целилась. Ну как я могла промахнуться? Че ты толкаешься? Первая начала. Так что, как-то так, короче говоря. Мне нравится, что в этой игре, вот конкретно на этом проекте, очень много предметов всяких разных. Очень много видов еды, ну то есть возможностей тоже много. Куда они все пошли-то? Вы мои вообще или не мои? Алло, далеко собрались? Ну и валите. Каннибалы? Ну, мне тогда кошка показывала их логово, типа. Ну, я не знаю, есть ли у них фракция своя, но они же забираются толпой, типа, раньше толпой бегали. Сейчас их вроде бы только двое. Вот, кто еще? У обезьяны в Камелоте живут все вместе. В Эдеме там обычные люди-торгаши. В бойцовском клубе девки в основном живут там. Ну, Гвардиан, вы знаете, бывшие военные врачи, ученые. У нас механики, соответственно, все вместе тоже собираются. Сэнди Шорс, по-моему, они живут. Там же живут Yellow Jaguar. Там вот живет разработчик, получается, проекта Дженнифер. Ну, главный админ. И Логан, они там живут. Они, типа, бывшие шерифы. И, насколько я знаю, по МГ, НФЕ, но не по РП, они оборотни. Там в основном оборотни тусуют, короче, в пустыне. Самолет упал, гуманитарный груз. Конечно же, не мне на голову, да? Конечно, нет.
Вон они, вон они, вон они. Сука, я думала, ты промахнешься. Что ты делаешь? Ого, что и уворачивается. У меня же нога длиннее, чем у него кулак. Ну как так-то? Я не могу понять. Я до сих пор не могу понять, как эта боевка здесь работает, блин. Уже, кажется, научилась, но все равно они меня прописывают. Я жду глаз. Да, печально. Одно раздражает, разница такая большая во время. Такое ощущение, как будто здесь в основном все играют по МСК. Почему это в такое время? Нету так много народу, как ночное время вот у меня, как по МСК ребята все играют. Люди же не только, блин, с Москвы могут играть на этом проекте. Из других городов, стран, наверное, тоже. Вот Саймон, он из Эстонии вроде, насколько я знаю. Мысли не дотягиваюсь. Но у него время ближе к московскому. А у меня вот нет. И мне... Я иногда в 9 ложусь спать, в час встаю. Где-то с часу до 5, до 6 играю по своему времени. Потому что одной не по приколу ходить. Так, надо сейчас будет быть осторожнее максимально. У меня ни одного бейсбола, а мне еще вырезать их внизу нужно. А, еще три. Раз, два, три места еще. Ёлки-палки. Главное бейсбол там найти. Вот сколько я перерезала, ни одной бутылочки с кровью не попалось. Ни единой. Еще полезная. Конечно же нет. Если они меня не заметят, я смогу спокойненько их спину зарезать. Почему она не может перепрыгнуть? Это я не могу понять. Давай в GTA с нами поиграй. Заходи. Будем вместе выживать. Я ниндзя. Бля, спалилась. Ну ладно, давай, давай, давай. Тут, в принципе, неплохо.
Да ладно, тут парнишка играет. Вчера, ну, парнишка, ему 36 лет в реале. Дяденька взрослый играет. Но он такой приколист. Вообще, я скидывала в группу, кто есть у меня в группе в этом Дискорде. Его спрашивают через ми, типа, человек в сознании, а он пишет, а хули нет? Все катались просто по полу. Так нельзя отыгрывать. Он должен отыграть, что человек в сознании, либо человек без сознания. Потом мы вчера еще тоже играли вместе. Он такой. Он мне такой говорит. А сейчас я, говорит, это, на минутку, говорит, подумаю, а то у меня тут кот, говорит, на улицу просится. Я говорю, ты что, наркоман, какой кот у тебя на улице просится? Ну то здесь нельзя про жизнь ничего такого говорить, да. И вот потом я не заметила, он говорит, я пойду подумаю, потом, когда я вернулась, покурила, вернулась, я смотрю, а у меня в этом, в ми, в отыгровке он написал, я сейчас быстро покурю и приду. Здесь категорически такого нельзя писать, то есть, понимаешь? Но он написал, ничего, пропустили же. Шанс-то всем дают, как бы, тем более, если ты там подучишь, не то, что прям подучишь, прочитаешь хотя бы правила, поймешь суть и лор игры, и вообще, в чем история и так далее. Тут всего одна команда ми. Больше ничего, через нее только мысли нельзя отыгрывать, ОС-чат там вот это все. ОС-чат, ты же знаешь, что такое, про реальную жизнь написать или писать про то, что ты в игре, типа, нельзя. Ну, короче, я по полу каталась его, этого ответа. А хули нет, говорит. Забавный парень. Ура, одна есть. Но это очень мало. Скрипт ТВ, ты про что? Про что говоришь, что не всем дают играть нормально? Где? На этом проекте? Тут не собеседование, тут просто прежде чем тебя выпустят, конечно, тебя спросят правила сервера. Тебя, возможно, спросят еще, типа, то, что ты писал про своего персонажа. Потому что ты должен знать, ты не просто так пришел, такой, это же тебе не GTA Online, это Hard RP. Это даже не Редага, это на Редагу можешь зайти, но можешь для начала в Редэйдж поиграть там. Хотя я лично жалею, не знаю. Наверное, если бы я не играла бы на Редэйдже, я бы здесь вообще бы никогда не смогла играть. Поэтому Редэйдж тоже чем-то стал полезен, потому что хоть что-то поняла, вообще узнала, что такое РП. Поначалу я, когда зашла в игру, помню, еще играла на VMP, на пиратском сервере, вообще не знала, что рейдж существует, короче. На ВМП играла, и это... Зашла такая... Человека спрашивает, что-то про игру хотел спросить. А он мне такой... Говорит, в какой игре? Ты чё? Я подумал, что он свихнулся, короче. Ну, то есть он категорически отказывался говорить про то, что он в игре. Я ему говорю, погоди, ты ещё нормальный? Нет, я тебя вот про эту игру спрашиваю. Говорю, где мы сейчас находимся? Наверное, я не знаю. Ну, я подумала, что он вообще... Короче, крыша у него поехала. Я подумала, что игра крайне опасная, когда людям запрещают говорить про реальную жизнь в игре. То есть люди теряют понятие реальности игры. Ну... Не жалею. Помогает хорошо провести время и лишнее там убить. Да и с многими людьми хорошими познакомиться. Ты про конкретно про After Dark или ты про что-то другое, Скриф? Если ты конкретно про After Dark, то ты ошибаешься. Здесь как раз-таки РП составляющая поддерживается, в отличие от Red Dead. Не просто поддерживается, а очень хорошо. И здесь очень интересно играть. И админы проводят всякие ивенты, тоже участвуют в различных отыгровках. С ними интересно. А, ну да, я тебя поняла.
А ты играл хоть раз на РП проекте на каком-нибудь? Ну смотри, если взять ситуацию сейчас, которая, что сейчас карантин и людей в принципе не выпускают. Ну а что еще делать? По факту. Что людям еще делать? Это вот кому-то мучение, да, что на улицу там не могут выйти, еще что-то. А кому-то в кайф, потому что вот геймерам вообще в кайф этот карантин. Ну вообще ровно. Мы вообще не страдаем из-за карантина. Если поднять вопрос адекватности и неадекватности, много чего неадекватного есть в жизни, понимаешь? Алкоголизм, наркомания тоже неадекватно и ненормально. Если выбирать среди зависимости, допустим, наркоманию и алкоголизм, либо игру, в которой там, ну, не то что игра в автоматы, да, где люди кучу денег проигрывают там и дома свои продают. Здесь никакого доната нет. Они не просят с вас никакой донат. Абсолютно. Ну, типа, не нужен. Ты можешь по собственному желанию, если хочешь, там как-то поддержать. Поэтому ты здесь ничего не теряешь. Хочешь, играешь в свое удовольствие. Но ты если накосячишь, то тебя быстренько здесь заблокируют. Вот и все. Это Редага вот тащит с людей, прям тянет, вытягивает деньги по полной. Випки, смена имени, смена внешности, они тупо за все берут бабло. Глядите, два идиота. Здрасте. Заблудились? Не могла без палева его зарезать, а? Полежи, отдохни. Да ладно, здесь кто побывал уже? Серьезно? Зря пришла. Ну, не знаю, может, зависит от того, как ты разговариваешь с администрацией. Ты же должен понимать, что не они к тебе пришли на проект, ты к ним пришел. Это закрытый проект. Они тебя не заставляют здесь играть, понимаешь? Они у тебя не просят донат, еще раз повторяю. Поэтому даже если, допустим, что-то тебя не устроило, да, и ты там высказал свои какие-то претензии, ну, да, они тебя выслушали, да? Выслушали, сказали что-то свое, дали какое-то наказание, возможно. Ну, это их проект, понимаешь? Поэтому они вправе, наверное, поступать так, как они считают нужным. Потому что... А в чем тогда? Объясни. Представь, что ты пришел кому-то в гости домой. Начинаешь там качать права. Что тебе что-то не нравится, как у них в доме что-то стоит, допустим. Как по-твоему? Люди будут к тебе очень любезны? Как ты считаешь? Просто вот, ну, представь такую ситуацию. Я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, да, что здесь может бомбануть. Все прекрасно понимаю.
Что ты делаешь? Да задолбали, когда успели все. Черт, откуда она спрыгнула? Хрена себе. Что она там делала, наверное? Ну идите сюда, чего там стали? Слишком жирные, что ли? Ладно, короче, стойте дальше. Не-не, смотри, здесь нельзя такое, что тебе пофигу, двое на тебя напали или трое, тем более, если на тебя наставили пушку. Ты должен бояться, у них первое и самое главное правило – беречь свою жизнь. И Power Gaming, типа, строить из себя героя, здесь запрещено. Ты же в реальной жизни бы, ну, когда на тебя наставили ствол, вряд ли ты бы стал там, это, кому-то что-то предъявлять, да? Ты бы подумал, что, бля, сейчас тебя прибьют просто, и лучше сделать так, как тебе говорят. И здесь также. Игра в дом. Да, и здесь ты тоже должен починиться, если двое на тебя нападает. Да нет, причем здесь это? Я тебе говорю про то, что проект это их. Это их разработка. Они его создали, они у тебя за это ничего не просят, они тебе позволяют поиграть, и ты еще такой приходишь к ним на проект, прикинь, и права качаешь. Я бы тоже охуела, если бы кто-то мне такое что-то сказал. Я бы сказала, слушай, дорогой, типа, ну не нравится, да? До свидания. А здесь есть очень много таких людей, которые, допустим, что-то не устраивает, и они еще предъявляют претензии. Как бы, ну, тебя никто не заставляет здесь играть. То есть, ну, я бы вот так сказала бы на их месте, наверное. То есть, тебя здесь никто не держит. Ты можешь идти. До свидания. Как они говорят, вон Red Age есть, все правильно. То есть... Ой, бля. Так шла-то жирная. Что вот происходит? Что она промахивается? Ну иди сюда. Ну неужели ты настолько тупая, что эту лестницу не можешь обойти, блин? Стой, полчаса есть. В смысле? Алло, Ляш, давай. Я уже тебя разделывать собралась. Кто-то ходит, слышь. Ага. У меня тоже есть ствол. Чё ты на меня его направляешь? Ну, я думаю, что? Чего? Убери нож. По-хорошему. Ой, блядь, как вы достали, клянусь. Идите хоть что-нибудь сами сделайте, чем людей гопать, ей-богу. Что тебе надо от меня? Ой, блядь, и не стрёмно тебе, а? Вот ей-богу, блядь, мужик еще называется. Ну, давай уже бери, что тебе нужно, хорошо? Спокойно, спокойно, подожди. Спокойно. Развернись. Что? Блядь, сейчас отойди. Что такое? Отойди, короче, ну, у тебя со зрением, видимо, проблемы.
Да это у тебя с головой проблемы, по-моему. Как они заебали, клянусь. Не обессудь ты. Это как бы... Да, конечно, конечно. Настоящий джентльмен. Давай, ограбь девушку. Давай. Давай, давай. Только помни, что в жизни все возвращается. Мог бы спросить, я бы тебе и так что-нибудь дала. Пиздец. Я бы на его месте со стыда бы сгорела девчонку грабить, типа, на такой себе. Давай, давай. Ну. Что возьмешь? Ну, чтобы наподобие такого сервера создать, нужно как минимум быть хорошим, сказать, как же, я не знаю, программистом или кем-то, разбираться в играх, понимаешь, что-то типа того. Слушай, ты не подумай, я не плохой человек, просто каждый выживает как может. Так а ты чё взял-то? Ты ж ничего не взял. Прости, прости. Ты чего? Да успокойся ты, стой! Да подожди ты! Стой, говорю! Чего? Тебе что, еды дать или что? Чего? Ну что тебе дать-то, я не могу понять. Ты же зачем-то меня пытался ограбить, но ты, я не вижу, чтобы ты чего-то взял там ценного, прям капец. Ну так, по мелочи, я ж не этот, не изверг, что взять последнее, правильно? Ну так что тебе нужно, скажи? А, клыки, что ли? Да господи, блядь. На. Еще возьми. Там еще наверху можешь их дорезать, я их не собираюсь резать. Блять. О, господи, пистолет карманный. Да ёбарас-то ты, ты подумаешь. Парнишка, нашел что воровать, ей-богу. Так, ладно. Пистолет карманный, любой дурак может найти. Да я знаю, что моды есть, я знаю это. Ну, блин, вот тут ежедневно, да не ежедневно, ну как минимум, если не каждый день, то через день-то точно выходят обновления. Вот, и я не думаю, что они прям откуда-то взяли уже это готовое, все, они тоже сами работают, они много чего придумывают такого, я тебе говорю, у них есть такое, что я не видела ни на одном проекте. Много чего. Много чего есть, чего даже не на всех 5M проектах есть. Поэтому люди-то работают, а люди должны, ну как, человек должен быть, знаешь, достаточно умным, чтобы сделать вот то, что они делают. Я тут попыталась элементарно маппинг, что-то там с ним разобраться, у меня чуть мозг не взорвался. Поэтому это сложно, на мой взгляд, это очень сложно. Конечно, если сесть, разобраться там, то, возможно, тебе и кажется, что это просто, но, типа, это тоже должен быть специалист. Понимаешь? Я не знаю, наверное, пока сам не научишься это делать, не сможешь как-то адекватно. Ну, я про себя тебе говорю. Допустим, я не знаю, как это делать. Мне кажется, что это охренеть, как сложно все это делать. И это офигеть, какой мозг должен быть, чтобы научиться там компьютерные игры как-то редактировать или что-то новое вносить. Для меня это сложно. Хотя я и делала диплом в автокаде и все, но это другое. Открыли вон у меня знакомые, тоже взяли просто мод, как я поняла, открыли на Redage, типа, свой проект. Ну и что в итоге? Куча проблем, куча, которые они не могут пофиксить, потому что они не программисты, понимаешь? Потому что они не разработчики игр. И что? И в итоге месяц, по-моему, он просуществовал при их владении, и его потом продали. Ну, конечно, а что? Что с ним буду делать, если человек не знает, как исправлять какие-то ошибки? Как помогать тем же людям, которые играют, да, исправить какие-то ошибки. Это так.
Можно скопировать, но исправить что-то вряд ли получится, если не разбираешься. Добавить тоже. А плагиата вон полно на Редаге. Сколько этих серверов там? Дофига и больше, и типа, ну... Есть такие, где просто по нулю людей. Ну, потому что понаделали вот так копий. Все хотели денег заработать. А по итогу... Такое себе. Кто-то в топе, кто-то в жопе, как говорится. О, рифма, да? Вот тоже сейчас ситуация, да? Я по квенте, по своей биографии, типа... Да, заморачиваться никто не хочет, ты прав. Я по своей квенте, типа, этот... ЦРУшник. Короче, ну, ЦРУшница, да? И получается, вот он сейчас достал ствол, он же явно, я не знаю, может, он военный, кто он, может, он вообще просто бандит какой-то. Я бы тоже могла достать ствол, их не двое, а он один. Я по квенте еще и владею рукопашным боем, боем, да? Мне кажется, я могла бы в то время, когда он осматривал мой рюкзак, отыграть, что я ему пнула по яйцам, там, я не знаю, заломала руку, еще что-то сделала. И, типа, прокатила бы это. Вот мне очень интересно, потому что... И либо это считалось бы пауэргеймингом. Тоже большой вопрос, знаешь? Мне скажут, что ты пгшишь, человек тебя под пушку поставил. Но вроде, когда он осматривал рюкзак, я уже не была под пушкой. Вроде бы, надо перемотать. То есть мне бы вот было бы, как в фильмах показывают, знаешь, кого-то там что-то пытаются, а еще под пушкой люди пытаются что-то там сделать. А если это воспринимать не как фильм, а как жизнь, ну типа в жизни оборотней и вампиров не бывает. И в жизни тоже есть профессионалы, которые могут тебе по башке надавать, если ты вдруг их там попытаешься гопнуть или еще что-то. Я подумала о том, что отыграть там, что я что-то с ним сделала, а потом такая думаю, блядь, меня потом опять скажут, что РП-кил моего перса или еще что-нибудь. Поэтому тупо стала и думаю, ладно, блядь, смотри мою сумму. Да, я не буду, а я тебе говорю, я не хочу потом доказывать, что я права или не права там. Пускай он забирает эти клыки несчастные, если у него не хватает, возможно, сил или мозгов, я не знаю, самому их как-то добыть. Он зачем-то их берет и... 100 клыков? Боже, да я тебя умоляю. Он, видимо, здесь недавно. Потому что обычно собирают бутылочки с кровью, берут. Что еще? Ну, тут, в принципе, у меня ничего больше и нет ценного. Клыки? Ну, такое себе. Клыки всегда можно напарить. Скорее всего. Ты же не уверена? Вот и я не уверена. Если не уверена, Кэтрин, зачем ты так говоришь? Да, ты прав насчет рамок, допустим, я соглашусь. Потому что даже когда вот два наших персонажа умерли, мне сказали, ты не можешь вести боевку после нока. Ну, блядь, когда у тебя стоит выбор сдохнуть и потерять любимого человека своего... Или биться до последнего, я бы выбрала биться до последнего, что я и выбрала, в принципе. Мало того, в памятке вампира там было написано, что он может в экстренной ситуации и спринтовать, и отбиваться. Да любой человек в экстренной ситуации может, вообще, кстати говоря, доказано научно, любой человек в экстренной ситуации, у него сил еще больше становится, да? Другое дело, что после нока, там не после нока, но это да. Но мне кажется, если тебя прижмет и тебе будет страшно за свою жизнь и за жизнь своих детей там или близких, то ты еще и не такое сделаешь. Поэтому, ну, много таких спорных моментов, не знаю, конечно. Ну, пока играем, что? Дальше.
Ну, напрягает вот такие гопники, которые ничего не хотят делать и только ходят, обкрадывают людей, потому что сами ничего не могут. Кроме как толпой собираться, типа, и толпой на одного, на двух там нападать, и бить их там, грабить и так далее. Ну, это такое низко позорное и низкое, я не знаю. Я понимаю, мафия, когда тебе заказывают какое-то убийство там или еще что-то, вот это круто. Какое-то там, и ты как-то красиво это все делаешь, там, не знаю, выслеживаешь жертву, там еще что-то, так классно. А ходить оборовывать людей, ну это низко, позорно и отстойно вообще. И никакой в этом крутости или силы или еще чего-то я не вижу. Ну, это лично мое мнение, оно может, конечно, не совпадать с вашим. Вообще, сколько людей, столько и мнений. Я зашла, не буду говорить кому, на стрим, вот как раз таки к тем, кто гопает людей. Просто посмотрела, а также посмотрела, что пишут подписчики. Я вот себе представить не могу, чтобы у меня... Чтобы у меня на стриме кто-то писал, давай, завали его, убей, ограбь, там, изнасилуй. У меня такого нету. Наверное, какой стример, такие подписчики. У меня вот вы сидите, мы сидим с вами, что-то, ну, вместе обсуждаем, да, общаемся. Вы что-то у меня спрашиваете, что-то мне рассказываете. А туда я зашла, там подписчики пишут, давай, возьми скорее, отпизди его там, да гопни его, давай, забери у него. То есть абсолютно настолько, я не знаю, без мозгов или без чего люди, то есть какие-то жестокие, никакого понятия там, что, блядь, ну... Нужно же как-то человечнее быть. А причина какая гопать, причина какая там бить человека, да? Или обкрадывать? Никакой причины нет. Я понимаю, был бы это твой враг там или еще кто-то. И ты бы там мстил за что-то. А когда ты просто на таких же, блин, бедняк, как и бедняков, которые, как и ты там, недавно, допустим, здесь, и вообще у самих ничего нет, и еще приходишь, их там пиздишь и что-то забираешь, ну это, блядь, такой отстой просто, я не знаю. Ладно, ребят, пойду я заниматься домашними делами. Делать особо здесь нечего. Но мне было приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что вам тоже было со мной приятно. Я вечером, не знаю, запущу или не запущу стрим. Скорее всего, да или нет, пока не могу сказать. Но всегда добро пожаловать. Мне всегда с вами приятно общаться. Надеюсь, вам со мной тоже. Пока-пока.